Что ж, давайте теперь перейдем ко второму подходу. Согласно этому подходу, необходимо начинать с тщательного толкования текста. Более того, как первый подход, так и второй подход утверждает, что богословие должно основываться только лишь на одном писании и ни на чем более. Если история, если археология, если философия или наука проливают на что-то свет и помогают нам понять значение текста Библии, то это считается неважным. Необходимо придерживаться Библии и лишь одной Библии. Что ж, хорошо, но что же мы делаем? Мы начинаем с тщательной экзегезы, как и в первом подходе. Но в первом подходе мы провели экзегезу и на этом остановились. Мы не попытались сопоставить вместе результаты истолкования одного текста с другими текстами. Что ж, допустим, вы изучаете доктрину богодухновенности Писания. Что ж, в этом случае вы проделаете тщательный разбор второго послания к Тимофею 3 главы 15 по 17 стихи, 2 Петра 1 главу с 19 по 21 стихи, 2 главу 1 Коринфянам 12-13 стихи. Но после того, как вы изучили значение этих стихов независимо друг от друга, то затем вы задаете себе вопрос, что ж, если эти стихи независимо друг от друга приводят к определенным выводам, то как сопоставить эти выводы вместе и прийти к заключению, что же Библия в целом говорит о богодухновенности Писания? И при этом вы получите не столько фрагменты экзегезы, но вы уже сможете сформулировать некое богословие. И в действительности, если вы будете придерживаться этого подхода и будете пытаться сопоставить все, что говорится в Писании относительно изучаемой темы, то вы будете заниматься примерно тем, что называется библейским богословием. Вы сможете сказать о том, что Библия учит по какой-то конкретной теме. Вы не переходите за границы Писания, но вы говорите лишь то, что утверждает Писание. Однако есть некоторые систематики, занимающиеся систематическим богословием, которые придерживаются этого подхода. И, как мне кажется, хорошо известное систематическое богословие, возможно, хорошо известное всем вам, основано на этом подходе. Я говорю о книге Уэйна Грудема «Систематическое богословие». Если вы спросите Уэйна, он ответит вам, как он это определяет, он скажет вам о синтетическом подходе к изучению Библии в целом. Он находит в Библии все тексты, которые говорят о какой-то конкретной теме, тщательно изучает каждый из этих текстов и затем пытается сопоставить результаты толкования каждого из этих текстов вместе, что Библия говорит о спасении или о грехе, или что Библия говорит о Божьем атрибуте всеведения или всемогущества и так далее. Что ж, вы, возможно, сейчас думаете, что, несомненно, этот подход лучше, чем первый. И вы также думаете про себя, ну что же неправильного может быть в этом подходе? Несомненно, этот подход пытается сопоставить тексты Библии вместе. Но этот подход не позволит вам прибегнуть к помощи внешних источников. Что же это означает?
Что ж, позвольте мне привести вам пример, показывающий применение этой методологии в случаях, когда два различных текста Писания, казалось бы, противоречат друг другу. И нигде в Библии вы не найдете помощи, чтобы разрешить это противоречие. Давайте посмотрим на начало первого послания Петра и на начало второго послания Петра, как пример. Я уверен, вы знаете, как начинается первое послание Петра. В первой главе первого послания Петр перечисляет различных людей, различные географические места, куда его послание должно быть отправлено. И он говорит о том, что эти люди избраны по предведению Божьему. То есть в первом послании Петра, в первой главе, вполне ясно говорится о том, что Бог не только автор спасения, но Он также и тот, кто избирает тех, кто будет спасен. И это не нам решать, это Ему решать. Что ж, это может быть не так легко принять, но мы вынуждены признать, что именно об этом говорится в 1 Петра 1 главе. Но затем мы открываем 2 Петра 1 главу. И когда вы начинаете читать эту главу, то вы быстро обнаруживаете, что Петр говорит о различных христианских добродетелях в надежде, что его читатели будут стремиться к этим добродетелям. И он не просто говорит о том, что вот есть христианские добродетели, и если вы будете стремиться к ним, то от этого будет много добра. Но уже в 10 стихе Петр говорит следующее. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Но если вы прочтете второе послание Петра, первую главу, стихи с 1 по 10, то разве не покажется вам, что избрание, во всяком случае, частично зависит от меня, от нас самих? Если избрание полностью зависит от Божьей воли, то почему Петр призывает своих читателей делать твердым свое избрание? Что ж, у нас здесь кажущееся противоречие между первым посланием Петра и вторым посланием Петра. В первом послании Петра говорится, что избрание зависит от Божьего выбора, а из прочтения второго послания Петра складывается впечатление, что избрание зависит от нас, поэтому мы должны делать то, что должны, чтобы быть избранными. Итак, как же согласовать это между собою? Роль Бога в нашем избрании и нашу собственную роль. Что мы сами должны делать, чтобы быть избранными? Что ж, согласно этому подходу, можно сказать, что нигде в посланиях Петра и нигде в Библии не говорится ничего, чтобы помогло нам разрешить это противоречие. И посему нам остается лишь признать, что вот в Библии говорится о двух разных идеях относительно нашего избрания. Как они согласуются вместе, я не знаю. Писание не говорит нам об этом. И так как мне не позволено выходить за рамки Писания по какой-либо теме, то тогда нам приходится оставить две этих разных идеи, как они есть. Есть еще одна проблема, если можно так сказать, в таком подходе к богословию. В итоге у вас получается фрагментальное богословие. Что я имею в виду? Что ж, допустим, вы изучаете доктрину о Боге, и вы изучаете Божьи атрибуты. И вот вы подходите к атрибуту Божьей суверенности. Вы разбираете различные тексты Писания, которые говорят об этом. Пытаетесь их надлежащим образом истолковать. Затем вы сопоставляете полученные выводы. И вот что вы видите.
Эти стихи говорят о том, что Бог практически полностью контролирует то, что происходит в нашем мире. Но если это так, то что же делать со свободной волей человека? И затем вы начинаете новое, независимое исследование. Изучаете тексты по этой теме во всей Библии. Все те тексты, которые, на ваш взгляд, имеют отношение к свободной воле человека. Проводите тщательную экзегезу всех этих текстов. И затем сопоставляете полученные выводы. И говорите, вот что Библия учит о свободной воле человека. И что ж, осмысливая все это, вы говорите самому себе, но как же доктрина о Божьей суверенности, которую я изучал перед этим, согласуется с доктриной, которую я изучал согласно этому подходу о свободной воле человека? И придерживаясь этого подхода, вы не сможете найти ответ. Да потому что Писание не объясняет, как эти две концепции согласуются вместе. А у нас нет права говорить то, о чем Писание не говорит. И поэтому все, что можем сказать, это следующее. Писание показывает, что Бог суверенен, Он контролирует все, что происходит в мире, но люди, с другой стороны, свободны в какой-то степени и ответственны за свои поступки. Но если сопоставить две эти идеи вместе, то получается кажущееся противоречие. И у нас нет ни малейшего понятия, как разрешить это кажущееся противоречие. Писание не разрешает его, и посему и мы не можем. Что ж, означает ли все это то, что вы верите относительно Божьей суверенности, это одна часть богословия, а ваше убеждение о свободной воле — это другая часть богословия, не связанная с первой, и посему я называю это фрагментальным богословием? Вы идете дальше простой экзегезы конкретных текстов Писания. Вы сопоставляете вместе тексты, которые говорят об одной теме. Вы сводите их вместе. Но вы не задаете вопрос о том, как все стихи, говорящие о Божьей суверенности, согласуются со всеми стихами, которые говорят об ответственности человека за свои поступки. И в вашем богословии поэтому многие вопросы останутся без ответа. Причем те вопросы, на которые многие люди желают получить ответ, если это, конечно, возможно. Но оставаясь в этом подходе, в котором разрешается использовать лишь Библию как основу для формирования богословия, вы не сможете выйти за рамки Писания. И даже если есть информация за пределами Писания, помогающая найти ответы на эти вопросы. Что ж, позвольте мне остановиться и спросить, если у вас есть какие-то вопросы. ТВ-семинарии – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Как в этих двух подходах решается вопрос о межкультурном применении Библии? Я говорю не только о языковых различиях, но и о толковании каких-то конкретных повествований. Я думаю, это прекрасный вопрос. Я думаю, он показывает, что могут быть реальные проблемы с использованием обоих этих подходов, особенно первого, но даже и второго, если приходится нести служение в какой-то культуре. И вот почему. В обоих этих подходах вам не позволено говорить более, чем говорит Писание. Понятно, что у вас есть право, и оно должно у вас быть, особенно если вы несете служение в культуре,
рассмотреть текст Писания в контексте и затем применить его в своей ситуации. Но если придерживаться этих двух подходов, всякий, кто делает это, должен понимать, что он нарушает основные принципы, которым он должен придерживаться, используя один из этих двух подходов. Потому что, строго говоря, мы знаем, что Писание писалось в различные эпохи, в различных местах, в различных культурах. Поэтому, если вы хотите знать, чему учит Писание, то, проводя экзегезу, вы должны иметь право прибегать к информации, которая не записана на страницах Писания. Вы должны понимать термины, как они понимались в культуре того времени, когда эти тексты Писания составлялись. Чтобы сказать, к примеру, я знаю, что в законе Моисеева, в Ветхом Завете, говорится о системе добровольных жертвоприношений, и перечисляются различные животные, которых можно приносить в жертву. И также говорится о кошерной пище и о многом подобном. И если я пробую перенести эту информацию в другую культуру, в другое время, то создается впечатление, что я должен и сейчас в другой культуре переносить жертвы определенных животных, построить скинию или храм. И вне зависимости от того, какая пища возможна в моей обстановке, определенные виды пищи в моей культуре будут для меня под запретом. То, что было запрещено в Ветхом Завете, вам уже больше нельзя есть. Но если вместо этого кто-то скажет, суть всего написанного в том, чтобы народ Божий отличался от других народов. Поэтому в своей культуре выберите то, что будет отличать вас от всего оставшегося мира, то вы перейдете за рамки того, что позволяет первый или второй подход. Ведь если вы стремитесь не говорить того, что Бог не сказал, но ведь Бог не сказал всего этого в культурном, географическом или историческом вакууме. И я думаю, что одна из задач экзегезы, так же, как и богословия, в том, чтобы в первую очередь увидеть, о чем говорится в тексте, первоначальным читателям, и затем задать вопрос, как это все применимо к нам сегодня. Но, очевидно, отвечая на последний вопрос, богослов вынужден использовать собственный разум в процессе толкования. А задача первых двух подходов в том, чтобы удалить из процесса субъективность человеческого восприятия. Но тот вопрос, который был задан, показывает, насколько сложно это будет на самом деле сделать, если вы желаете, чтобы истина была доступна в различных культурах. Прекрасный вопрос. Еще вопросы? Вы упомянули синтетический подход к изучению Библии в целом. А можете ли вы указать имена ведущих богословов, придерживающихся этого подхода? Конечно. Доктор Уэйн Грудем, он много лет преподавал здесь, в Тринити. Я думаю, многие из вас знакомы с его книгой «Систематическое богословие». И в основном подход, которого придерживается Уэйн, состоит в том, что он берет какую-то тему, которую желает изучить, и просматривает всю Библию с книги «Бытие» до книги «Откровения», и выбирает каждый стих, который, на его взгляд, имеет отношение к этой теме.
и после того, как проведена экзегеза каждого из этих стихов, все результаты сопоставляются вместе и делается какой-то вывод, чему Библия учит по этой теме. И здесь призыв не только в том, чтобы заниматься экзегезой и не сопоставлять результаты толкований вместе, но проводится экзегеза, а затем синтез полученных результатов. Но опять же, единственным источником информации в таком подходе для формирования систематического богословия остается Библия, и ничего более. Вы не можете выходить за рамки Писания. Вы можете использовать все, что найдете в Библии по этой теме, но вы не можете осмелиться, чтобы перейти за границы Писания. Мы знаем, что Писание — это то, что Бог изрек. Но если выйти за границы Писания, то у нас уже нет такой уверенности. И в этом подходе мы стремимся как можно сильнее приблизиться к Божьим словам, к Божьему мышлению. Очень хороший вопрос. Еще. У меня два вопроса. Во-первых, я хочу убедиться, что понял правильный вопрос моего брата. Вы хотите сказать, что, используя эти два подхода, мы не можем применять результаты толкования Библии к нашей культуре? Что ж, я не говорю о том, что сделать это невозможно. Но я говорю о том, что появляется риск внесения измышлений и идей богослова более того, чем позволяется в первом или во втором подходе, если строго следовать этим подходам, если не выходить за рамки Писания, то придется сделать следующее. Вот чему учит Библия, и это следует применять в любой культуре, и в вашей тоже. Но я думаю, многие из тех, кто придерживаются этих подходов, скажут: нет. Ведь часть процесса экзегезы в том, чтобы определить, а применим ли вообще текст из закона Моисеева к нашей культуре. Вот, к примеру, в законе Моисея вы можете найти следующее. Если к вам в дом пришли гости, и вы позволили им подняться на крышу вашего дома, то там должно быть ограждение по всему периметру крыши дома, чтобы люди не упали. Вот такое было повеление. И если следовать этим двум подходам в чистом виде, в наиболее крайнем их проявлении, то вы должны будете сказать, что в такой-то и такой-то культуре люди должны перестроить свои дома, потому что крыши их домов не плоские, они покатые. Они, во-первых, должны переделать крыши, чтобы крыши были плоские, и затем построить ограждение по периметру крыши. Но я думаю, очень мало людей, которые придерживаются первого и второго подхода, и в то же время скажут то, что я вам сейчас сказал. Это постановление, которое было наложено на израильский народ в то время, когда дома у людей действительно были с плоской крышей, и когда гостям действительно позволялось подниматься на крышу, и они могли с этой крыши упасть. И тогда все было вполне разумно. И согласно одному из этих двух подходов, первому или второму, можно сказать, очевидно, что сегодня в современном мире существует много разных культур, в которых дома не строят с плоской крышей. Но какой принцип заложен в этом повелении, что нужно строить ограждение по периметру плоской крыши? И основной принцип следующий. Вы должны делать все от вас зависящее, чтобы обеспечить безопасность своего ближнего, своего друга. И это означает, что в той стране, где, скажем, нету машин, но все еще используются упряжки или телеги, запряженные лошадьми, и дороги там еще не совсем хорошие. И если кто-то с вами едет в такой телеге, вы не должны ехать слишком быстро, чтобы вдруг он не упал или телега не перевернулась.
Это может быть одно из применений. Поэтому я благодарен за эти вопросы, потому что я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что если вы будете придерживаться первого или второго подхода, то вы будете вынуждены все культурные моменты переносить на другую культуру без изменений. Бывает, что вы вынуждены будете это сделать, если Писание ничего другого по этому поводу не говорит. Но с другой стороны, если вы понимаете, что текст Писания никак не может соотноситься с современной культурой, то вы можете задать себе вопрос, а какой основной принцип лежал за этим повелением? Быть может, этот принцип применим сегодня? И такой вопрос будет уместен. И если вы так поступите, и вы так должны поступить, то вы осознаете, что вы не говорите лишь то, что Библия говорит. Вы выходите за рамки толкования и применения, который определяет непосредственно сам текст, и вы задействуете разум богослова, его творческий подход. Приходится прибегать к этому. Итак, что же я хочу сказать? Я хочу сказать, что желание в первом и втором подходе не выходить за рамки Писания, избежать субъективной составляющей творчества и воображения богослова. Что ж, все это звучит превосходно, но что же делать, когда вы разбираете тексты Писания, которые невозможно просто так взять и применить в современной культуре? Да, вы можете применить принципы, лежащие в основе этих текстов, но вы должны признать, что поступая так, вы выходите за пределы того, что говорит Писание. Если вы используете первый или второй подход, вы будете стараться полностью избежать влияния разума, богослова или исследователя, чтобы в результате услышать лишь голос Божий, ничего более. Понятно, да? У вас есть еще второй вопрос, да? Почему люди, которые используют первый подход, отказываются сопоставлять различные тексты друг с другом? Почему они этого не делают? Ну, я думаю, чаще всего происходит вот что. Если мы говорим о какой-то доктрине, скажем, богодухновенность Священного Писания, есть много текстов, как вы видите, имеющих отношение к этой доктрине, но мы выберем четыре и очень тщательно их разберем. Четыре основных текста. И, как мне кажется, люди, использующие первый подход, считают, что если провести тщательную экзегезу и сделать правильные выводы по каждому из стихов, то станет настолько ясно, что говорит Писание, что больше ничего делать не нужно. Возможно и так, в каких-то случаях. Но в других случаях все будет намного сложнее. И я приводил вам пример с суверенностью Бога и свободной воли человека. И давайте будем честны по отношению к обоим сторонам. Есть определенные темы в богословии, когда все, что нужно, чтобы разобраться в этой теме, содержится в Писании. Если вы хотите изучить доктрину о сатане или ангелах, то основным источником информации для вас будет Писание. И Писание не говорит нам очень много об ангелах и сатане. Нам говорится что-то, но не дается очень много информации. И если вы захотите сопоставить результаты толкования различных текстов, то что вы получите? И большинство текстов, в которых говорится об ангелах, сатане или демонах, достаточно прямолинейны. И не так трудно понять, что они означают в своем контексте. И, быть может, если вы будете использовать подход, о котором я буду говорить через несколько минут, то вам нечего будет добавить по этой теме к тому, что скажет тот, кто придерживается первого подхода. Но проблема в том, что есть много доктрин, много доктринальных тем, в которых поднимаются вопросы,
выходящие за рамки Писания, и требуется информация вне Писания. И есть эта информация вне Писания, которая поможет нам понять, что же записано в Библии. Но в первом и втором подходе нам не позволено выходить за рамки Писания. И есть места в Писании, которые, сопоставив вместе, вы получаете кажущееся противоречие. И если вы остаетесь в рамках Писания, как же вы разрешите это кажущееся противоречие? И в первом и втором подходе вы не найдете пути. Спасибо, прекрасные вопросы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.